Сегодня на соревнованиях по стендовой стрельбе стартовал первый день финала. И спортсмены выходят на огневой рубеж, чтобы побороться за победу в личных зачетах. Волнение ощущается, но атмосфера остается позитивной. Все участники настроены на успех и поддерживают друг друга. Каждый стремится к победе, и впереди напряженная борьба за призовые места. Hello. Hello. Что хотите спросить? Что делаешь? Отдыхаю. Москва? Здорово. Как дела? Все хорошо. Что, вы с серии идете, да? Да. Еще, небось, есть идете? Нет. Нет? Что делаешь? Пишу. Что пишешь? Записки из мертвого дома. Это самое любимое в стрельбе, что вам больше всего нравится? Разбой мишени, конечно. Что вы ощущаете в этот момент? Удовольствие. Первое место на финале Кубка России. Как твои ощущения? На самом деле ощущения смешанные, потому что не все получалось. Тарелка не всегда билась. Но ты довольна? Ну, в целом, неплохо. А что вообще не нравится в стрельбе? Не нравится? Ну, это ожидания между сериями. Ну, конечно, промахи. Расскажи, пожалуйста, какой-нибудь курьезный случай соревнований. Это было в Липецке. Мы стреляли командой, и параллельно с нами стрелял скит на другой площадке. Я вложилась, попросила мишень, начала вести, и в этот момент прилетает мишень со скита, и я попадаю в нее. Какие у тебя были эмоции в этот момент? Мне хотелось плакать от боли, потому что я ничего не поняла. Я думала, что я попала в свою мишень. Что самое вкусное на соревнованиях дают? Вода. Это ты сейчас такой комплимент кухне сделала, да, что самое вкусное, что они готовят, это вода? Все очень вкусно. Мы, правда, ели один раз только. А, вы на диете еще, да? Нет, мы на соревнованиях. Как дела? Как соревнования проходят? Прекрасно. Как серии? Ну, под конец уже соревнования, конечно, расстрелялась. То есть вначале не очень, да, сейчас получше? Да. А что такое, почему сразу не пошло? Честно, не знаю. Вспомни какой-нибудь забавный случай со соревнований. Забавный случай. У меня такие забавные были соревнования в этом году. Я ездила со своей собачкой молодой. Вот, и она сидела каждую мою серию и следила за тарелкой. И однажды, когда я зашла на второй номер стрелять, она увидела меня издалека, так обрадовалась, побежала, начала прыгать, а я стою с ружьем. Я говорю, подожди, тихо, тихо. Вот. Так что это символ соревнований. Ты не дала ей пострелять, да? Может, она просто хотела, ну, да, я покажу, как надо. Не-не-не, нет, чтоб стрелять, не дай бог, нет.